Dobar dan i dobrodošli. Dobri dan i dobropožalovac. Drago nam je da se opet vidimo. Rado je ja sretica s vami. I imam veliko zadovoljstvo da vas u ime članova kolektiva gimnazije i u moje ime pozdravim. Ja učin rad što od svoje vojnje i od imenje svijel kolektiva naše škole ja mogu pa privjestovati vas. Ja sam Bratislav Krstić, direktor gimnazije. Naša škola je stara 134 godine, a sama zgrada u kojoj smo je iz 1907. godine. Naša škola je uže ispunila 134 let, a samo zdanje, u kojem škola pomješena, skoliko let? Od 1907. 1907. godine zdanje. Škola trenutno ima 532 učenika. Škola je ciber, ima sučas, 132 učenika. Imamo tri smjera, društveno-jezički, prirodno-matematički i informatički. I od prošle školske godine imamo još jedno odjeljenje matematičkog smjera, gdje se deo nastave odvija na francuskom jeziku. U nas tri uglona prosto u škole, jedinstveno-matematički, второй гуманитарный, то есть, если бы буквально приводили, это был бы общественный язык, гуманитарный уклон и информационный уклон. А в прошлом году мы начали одно отделение билингвальное, двуязыковое, сербско-французское. Бичу свободен да кажем, да е наша школа водеча между гимназиями у земли. Наша школа занимает очень высокое место в стране. Она является одной из ведущих в стране нашей. На основу успеха наших ученика, дакле и током среднешколского школования, а и каснее на факультетима, дакле преко 90% наших свршених ученика вписывают факультеты и будут на бюджету. 90% наших выпускников все поступают на бюджетные образование на разных факультетах. Осим того, имаем и много такмичара из всех областей, которые се изучают в школе. Между нашими учениками очень много участников разных олимпиад, которые организуются на уровне страны. Одна из тварей, которая нас различает от других, и управо ее международная сорадня. То, что отличает нашу школу от других школ в стране, вообще не только в городе, то, что у нас проекты международного сотрудничества. И его наша сорадня и проект «Душа Словенска» трае ова четвртая година, а со школами из Французки имо сорадню već 13 година, и надам се да ће и наша сорадня трајати тако дуго и још дуже. Проекты международного сотрудничества нашей школы с Россией и со Францией продолжаются с Францией 11 лет. 13 лет. А с Россией 3 полных года. Это уже 4 лет. Желим вам приятен боровок в нашей школе и в нашем граду и да се осечате онако приятно, как что смо се ми осечали под вас. Выражаю желание, чтобы вы чувствовали себя в нашем городе, в нашей школе так приятно, как вы чувствовали себя в вашем городе. Спасибо.